фильм снимаю. Конечно. Про тебя. Решил. Просто по телеку показывай все дела. Эй, босс! Стоп! Good job, Ари. Он подкожный клей. Да. Он вас всех будет провоцировать. Поехали, пятак, смотреть. Объявляй пять. Он ему прям голову руками прижал в борт. Мне даже смотреть не надо. Это 5,20 я тебе даю, ну честно. Я вам сейчас на пресс-конференции говорю, что ты удаляешься за то, что Куртуа подъехал. Пистолет. Don't use your knee during the face-off. I know. Because it can be second time in 2 minutes. Yeah, yeah. Watch for them. Хорошая игра. Мистер Кэптон. Давайте, удачи, ребят. Давайте, парни, с Богом. Оп! Вы во время паузы можете как угодно ездить, даже на льду. Но как только шайбу бросают, будете опускать. Что, Гайс? Фильм снимаю. Конечно. Побей, про тебя. Побей. Давай аккуратней так ступать. You first? Give me a little bit space, yeah. Нет, играй! В тело, борьба, нормально. Не стоим! Да, можно было на грани прям. Молодец, клуб, вспомни. Как сам, Андрюш? Нормально. Как новый клуб, да? Нормально. Дэн, я сменку сделаю и под Динамо поеду. Подножку даешь? 90 номер, да. Внимание! Команда «Спартак» номер 90, 2 минуты, подножка. Дэн, твоя шайба. Да. Нет, по-моему, не Одейл забил, а этот, 18. Одейл подставил, а он с дальней добил. Как его? Пакет забил. А может быть, тебе было и виднее? Нет, не тот, кто на дальней забил ее в 9. От него отскочило, да? А, Удел. Молочек, Дэн, Удел. Да. Я думал, пакет. Да, оставайся, я поехал. Все, Егор, молочек, отпускай! Андрей, молочики, ребят! Давай, аккуратней, братан. Какой? Не. Для меня потолчок. Ну, для меня тоже. Слабоват. Нет, клюшку прижал. Я пятак. Улетело. Смотри аккуратно там, пацаны. Все. Она в сетку попала. Ну, сейчас, да. Сейчас вон этого ждали. Эй! Аккуратно, я смотрю! Давай. Все, Эрик! Эй, босс! Стоп! Good job, Ари. Все, молочек, Андрюх. Там, помнишь, моментик на синий там стоит? Можно было. Аккуратно, да, убирать, там широко ноги, да, расставляешь. Согласен, давай, брат, аккуратно. Вратарю, 99-й, да. Вратарю, давай. Молочек. Внимание! Вратарь команды «Динамо», подножка 2 минуты, номер 99. Ребят, одного, кто был на льду, пожалуйста, туда! Не согласен. А? Не согласен, говорю. Не совсем, я же даже не смотрел, я просто поставил клюшку на перехват, даже не видев его. Вот, смотрите, он сам в нее влетел. Дэн, бери шайбу. Да, я пошел. У него клюшка между ног,
это борьба, Никит. Он ничего не делает, не толкает, ничего. За что я удалю? Когда пакет подставлял, я пятак. Там, смотри, с Мироном. Остань! Андрю. Чего он клюшку кидает? Ну, по-русски не понимает. Да я понимаю, да что он тупой. Да послушай меня, послушай. Он подкожный клещ. Да. Он вас всех будет провоцировать. Ну хорошо. Все. Я за голову не хватаюсь, я куда. Ну все, Игорек, не надо, все. Ребят, давай поспокойнее чуть-чуть. Все, молочь. Ну специально. Ну ничего, что это борьба. Он, наверное, предупреждение требует за позднее. Я не знаю, в какой играл. Я всех, кто увидел, все, кто вышел, я их... Выиграл, еще раз я вам говорю, всех. Вы меня послушайте. Да что не слушать? Я говорю, ну тогда я к вам больше не буду подъезжать, и все. Поехали. Нет, снизу. Там шайба рядом была, там шайба рядом, это ничего. Так он снизу ему. Снизу? Ну там и шайба шла, он как бы подбил, и ну ничего, Мирон вообще без претензий. Алексей. Вот его уже 2 или 3 сезона вот так вот. Он выйдет, все, я его выгоню. Братан, Беляй, мне вот честно вообще по барабану, ты хоть без шлема езди. Просто нас за это, ну, дрюкают, ты понимаешь, да? Разрешил. Просто по телеку показывают, все дела. Окей, все, сейчас попробуем. Меня за это будут натягивать. Все, Аку, тихо, ребят, тихо, не нервничай. Блять, какие-то агрессивные, да, Серёжа? Молочек, поехали пятак смотреть, Дэн, поехали пятак смотреть, объявляй 5. Он ему прям голову руками прижал в борт. 5 минут и просмотр. Там у него кровь, не по мне. Он руками в голову добавил там. 5:20 до конца. Все равно поехали смотреть. По мне, ну что смотреть, по мне и так все понятно. Я 5:20 даю. Понятно, но мы должны смотреть видео. Объяви, что 5:20 идет видеопросмотр, да, большого штрафа. Понятно. Идет видеопросмотр на предмет большого штрафа. Братан, ну сразу я тебе говорю, там до конца, ты его прям в номер четко толкаешь. Мне даже смотреть не надо, это 5:20 я тебе даю, ну честно, дружище. Сзади это было очень страшно. Давай, сейчас чуть назад. Я уже не успевал тормозить. Давай, вперед чуть-чуть. Ну, все, да понятно, все, 5:20. Какой номер? 13? 13, да. Внимание! Команда «Динамо» номер 13. Толчок на борт. 5+20. Изначально ехал, он ждал этого. Посмотришь видео потом. Сей. На 5 минут туда одного. Денчик, все вместе за Комтуаз смотрим, он сейчас будет. Под кожу залазит. Смотрим, я здесь на пятак. Мирон! Хорош! Рубишься, успокойся! Нет, участник. Хорошо, да. Проброс, да? А что такое? Не, проброс! Проброс, Леша! Да, Алексеевич! Проброс это называется! Это называется проброс! До красной линии брось! Не надо! Гибридный вход это, говорит, называется. Я ему говорю, проброс, да, какой-то гибридный вход. Руки! Ты его обхватываешь, не надо. Давай, 21-му еще! Че? Даешь десятку, этот подъехал, ебаному, а потом он, блядь, подошел. Десятому тоже две, двушку,
10-му. И 21-му тоже, и 21-му тоже. И все, короче, и Мальцеву, да, задержка. Команда «Динамо» номер 10, 2 минуты, грубость. Команда «Спартак» номер 21, 2 минуты, грубость. Номер 13, 2 минуты, задержка соперника. Нашему за что? За то, что он стоял? Нет. И ему в лицо ударили? Не, не за это. А за что? А посмотришь потом, он подъехал к нему и пихать его начал, и морду свою подставлять. Понимаешь, о чем речь, да? Спровоцировал, конечно, называется. Конечно. Это называется спровоцировал. Да. А ты посмотри. А провокации две минуты. Он стоит перед ним. Нет, провокации две минуты. Смотри, он спровоцировал тем, что он перед лицом стоит, но он не трогал. Провокации две минуты. Ситуация, он вообще не трогал его. Он едет, ему кубин дают. Все, поехали. Так за что ему дали-то? Объяснить? Поехали. Поехали. Один вопрос. За что вы удаляете Бутова? За провокацию. Он подъехал, говорил, что-то сделал. Ребята, это командное решение наше общее. Это не команда, ты мне говоришь, что... Я сейчас на пресс-конференции говорю, что ты удаляешь за то, что Куртуа подъехал. Правильно? Правильно? За провокацию! В чем, Вы сейчас время тянете. В чем заключается провокация? Плохие слова, провокация соперника, он выговаривает. Ты знаешь, сколько здесь едет? Ты ребят, хорошо, я это официально согласен, заявляю. У нас постоянно мат везде. Заявляю. Нет вопросов. Да вы заявляете мне, вы что, меня пугаете, что ли? Заявление не свое. Герман, не надо! Рукой, главное, там не хватает в площади. Не, это мы угорали. Что-то ногой, не ногой. Давай, давай. Будешь смотреть на удар ногой. Объявляю? Да, 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 да. А там, кстати, удар ногой. Давай, Дэн, объяви, идет видеопросмотр на предмет правильности взятия ворот. Внимаем! Идет видеопросмотр на предмет правильности взятия ворот. Вот то, что я увидел, Дэн. Нам же не надо заходить туда, правильно? Не. То, что я увидел, он это удар ногой. По мне тоже, но он вот эти движения щеточкой делает. Да, 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 слушай, Жень. Точно, да, удар ногой нету, был? Хороший был. Внимание! После видеопросмотра определено. Удара ногой нет. Хороший гол. It was not called challenge, it's video goal judgment. А вот, Славен, а что с вишней? Приводяшка или что-то такое? Удачи. Удачи.